Ну как, вам нравится моя комнатка? Ну, прости, конечно, у тебя она какая-то стрёмненькая. Что ты сказала? Что ты сказала, какая стрёмненькая? Прости, но я говорю правду. Ой, посмотрим, как ты живёшь в своих бомжатниках. Если честно, мне было очень неприятно. Она правда живёт, как будто где-то на свалке. Или вообще на заброшке. И такая грубая она, мне бы было бы интересно, как она общается со своим ребенком и вообще его воспитывает. Бедные ее дети или один ребеночек. Ну, неплохая комнатка, если тут живешь, то здесь жить можно. Понятно, ну посмотрим на твою комнату. Ну ладно, посмотрим. Если честно, она очень даже грубая. Не знаю, как по мне, она же все-таки мы ее гости, она не должна с нами так общаться. Мне бы было бы интересно, как она общается вообще с своим ребенком. Какое у него воспитание и комната. Уже по первой комнате понятно, какой у нее дом. Как будто у нее заброшенный какой-то дом. Мне там не очень приятно находиться. И еще там чем-то воняет. Полный капец. Ой, все, пройдемте дальше, в мою ванную. Пойдемте. Так, дайте пройду. И я. И я дайте пройду. Ну, это моя ванная. Ничего себе, у тебя ванная. Все крутая, завидуете? Ну, завидуете, девки. Прости, но точнее наоборот. Ничего просто не понимаете. А где у тебя туалет? Девочки! В смысле? Ну вот туалет, вы что, не видите? В дырочку встал, взял, пописал, покакал и все. Куда смывать? Вы что, вы реально не понимаете? Берешь на салфеточку и выкидываешь. Понятно. Все, пройдемте на кухню уже, а потом уже в детскую. Мне очень интересно посмотреть на ее кухню и на детскую, и вообще на ребенка, как он одет и выглядит. Ванная — это просто ужас, особенно туалет и раковина. Там очень воняет. Туалета вообще нету, они даже никак не смывают. Нет ни туалетной бумаги, а в раковине воды нету. Ну, то есть, но она какая-то желтая, с жаровчиной, и просто очень воняет, это ужас. Проходите. На кухне у нас есть телевизор, кстати, работает очень хорошо. Фильм показывают, только новый купили. Оу, круто. Есть вот такие шкафчики, водичка, печка, холодильник. Давай мы посмотрим в твой холодильник. Зачем в него смотреть? Ну, нам интересно, что там хранится. Ладно, смотрите. О, почему так мало продуктов? Да, правда, очень мало.